Восьмой раз в Гродно прошел международный веломарафон «Соседи». В нем приняло участие около 700 велосипедистов разных возрастов из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии и России. Младшим участникам исполнилось 6 лет, старшим – 70. Здесь участвуют все, кто любит велосипед, кто хочет попутешествовать. Почему проводится на Августовском канале? Потому что здесь очень притягательное место, интересное для всех. Многие участники заезжают за день, за два до соревнований. Велосипедистам было предложено три дистанции – 7 километров, 40 и 65. Андрей Габинский принял участие в самой короткой дистанции на 7 километров. Его деревянный велосипед сделан вручную, из ясеня, и предназначен не для велогонок, а для спокойных прогулок по городу. Велосипед интересный, идет накат хороший, идет как танк. Прямо, ровно, уверенно. На марафон приехали целыми семьями, ведь даже для самых юных участников была отдельная дистанция на 100 метров. Вот дочка заняла не первое место, но получила грамоту, очень довольна. Ребенок, сын подрастает, очень любит кататься на велосипеде, в следующих годах будет участвовать. Да, будем готовиться теперь, стараться. К слову, готовиться к соревнованиям непросто. Уже второй год подряд, несколько недель перед марафоном, ежедневно идет дождь. Но в день фестиваля погода всегда солнечная и теплая. Благодаря веломарафону «Соседи» в районе развивается велоинфраструктура. В планах здесь обустройство места отдыха и прокаты для велотуристов. Продолжается работа по включению веломаршрутов на Августовском канале в международную велосеть. Кроме этого, Августовский канал этим летом примет праздник моря, соревнования по болотному футболу и сплав на чем попало.